Доброе утро! Приветствую вас всех на нашей утренней практике расфокусировка и расширения. Сегодня хочу вам предложить намерение на практику «Мир во всем мире». Давно мы не делали такого намерения. И чтобы это намерение у нас хорошо коллективно пошло в пространство, давайте сейчас каждый представит это намерение для себя. Что для вас, для каждого, мир во всем мире? Просто сделайте себе такую картинку, чтобы она у вас отразилась. Что именно для вас это означает? И сейчас садимся так, чтобы наша спина имела опору и была прямая. Закрываем наши чудесные глаза и обращаем все внимание внутрь. Медленный, спокойный вдох через нос. Максимально набираем легкие воздухом. И спокойный выдох через полуприоткрытый рот. Выпускаем все напряжение, весь дискомфорт, который есть у нас в теле. Руки, ноги не перекрещиваем. С каждым вдохом и выдохом расслабляемся. И сейчас сделаем вдох и переносим наше внимание в центр нашей головы. И мысленно собираем все-все мысли, обломки фраз, все, что там у нас в голове сейчас летает, собираем в круг, в шар такой серый или темный, или черный. И на выдохе через рот отпускаем этот шар через наш лоб. Выдыхаем через рот, а шар отпускаем через лоб. И делаем еще раз вдох. Освобождаем наше сознание, наш мозг от всех мыслей, которые сейчас там застряли. И переходим в позицию просто наблюдателя. Спокойный вдох. И с выдохом отпускаем все, что есть в нашей голове. Делаем еще раз спокойный вдох. И переносим наше внимание на тело. С выдохом расслабляем его. Открываем наши глаза, находим точку впереди себя. Смотрим сквозь эту точку и видим впереди наше намерение. Наше намерение – мир во всем мире. И как вы его видите? И продолжаем дышать медленный, спокойный вдох носом. И спокойный выдох. Выдыхаем полностью весь воздух из наших легких. Задерживаем дыхание и внимание удерживаем на нашем намерении сквозь точку в пространстве, одномоментно расширяя наш фокус внимания максимально по сторонам, максимально вверх, максимально вниз. И видим одномоментно все пространство перед нами и наши намерения впереди сквозь эту точку. Задержка дыхания.
Делаем вдох через нос. Переносим наше внимание, сознание, точку над головой. 10-12 сантиметров, точка Боа. Точка внимания, сознание там. Наше намерение впереди. И одномоментно расфокусировано наше зрение. Задержка дыхания. Делаем выдох. Переносим точку внимания сознания перед нами, как бы раздвигая пространство впереди. Удерживаем наше намерение впереди, смотрим на него сквозь точку и одномоментно смотрим во все точки пространства перед нами. Задержка дыхания. Делаем вдох, переносим точку внимания сознания над головой, взгляд расфокусирован, сосредоточен на нашем намерении. Одномоментно смотрим во все точки пространства и концентрируемся на нашем намерении. То есть вы одновременно в нескольких точках. Идет полная расфокусировка. Задержка дыхания. С выдохом. Закрываем глаза, отпускаем наши намерения, делаем полный выдох и задержка дыхания. Делаем вдох, переносим наше внимание над головой, сантиметров 30. И задержка внимания. Как бы смотрим внутренним зрением с точки над головой вокруг себя. Ощущайте это пространство. Задержка дыхания. Делаем выдох, переносим наше внимание впереди себя, на расстоянии метра, как бы раздвигая пространство вперед, расширяя свое чувствование и видение внутреннее. Задержка дыхания. И снова делаем вдох. Переносим наше внимание над головой. И снова задержка дыхания.
Делаем выдох через полуприоткрытый рот. И продолжаем просто спокойно дышать, наблюдать за своими ощущениями, что меняется вокруг вас, что меняется в ваших ощущениях. И когда мы делаем вдох, мы проговариваем: «Я на выдохе есть». На вдохе «я». На выдохе «здесь». На вдохе «я». На выдохе полностью расслаблен, расслаблена. И проговаривайте: «Мир во мне, мир вокруг меня, мир есть я». И сейчас осознайте объемы вашего тела, осознайте энергию вашего тела, энергию вас, которая находится сейчас в вашем теле. Делаем вдох и увеличиваем эту энергию в 2-3 раза и образовываем сферу. На выдохе мысленно растворяем границы своего тела, заполняя своей энергией эту сферу. Вы и есть эта сфера. Ваша энергия находится одномоментно в каждой точке этой сферы. Почувствуйте границы этой сферы. Почувствуйте, какая она изнутри, какая она снаружи. Делаем вдох и расширяемся до размера помещения, в котором мы находимся. Почувствуйте каждый уголок этого помещения. Почувствуйте границы, объем этого помещения. Почувствуйте все, что находится в этом помещении. Делаем вдох и расширяемся до размеров здания, в котором мы находимся. Почувствуйте границы этого здания. Почувствуйте все, что находится в соседних комнатах. Почувствуйте конструкции данного здания. Делаем вдох, расширяемся до размеров микрорайона, в котором мы находимся. Осознайте границы этого микрорайона. Осознайте, что вы находитесь в каждой точке этого микрорайона, этого объема. И каждая точка этого микрорайона, этого объема находится одномоментно в вас. Делаем вдох и расширяемся до размеров города или области, в которой мы находимся. Осознайте границы этой территории. Осознайте объем этой территории. Осознайте, что вы находитесь одномоментно в каждой точке пространства этого
объема этой территории. Вся энергия этой территории, этого объема и есть вы. И эта территория одномоментно находится у вас. Делаем вдох и увеличиваемся до размеров страны, в которой находимся. Осознайте границы этой территории. Осознайте объем этой территории. Осознайте, что вы одномоментно находитесь в каждой точке этой территории, этого объема. Делаем вдох, расширяемся до размеров континента. Вы есть целый континент. Почувствуйте все живое на этом континенте. Вы связаны со всем, что находится на этом континенте. Вы одномоментно в каждой точке этого объема. В деревьях, в животных, в реках, в озерах, морях, в горах, в каждом живом существе. Вы одномоментно находитесь там. И все одномоментно находится в вас. Делаем вдох и на выдохе расширяемся до размеров Матушки Земли. Вы планета Земля. Почувствуйте этот размах, эту мощь, эту величину. Вы целая планета, и целая планета вмещается в вас. Вы та точка, вы та капелька, которая знает все об этой планете. И планета тоже знает все о вас. Мы все знаем все друг о друге. Мы все одномоментно находимся в одном и том же пространстве. Делаем вдох и увеличиваемся до размера Вселенной. Вы целая Вселенная. Понаслаждайтесь этим чувством, насколько вы огромны. Почувствуйте эту величину. И посмотрите, где находится планета Земля. Представьте, что она находится в ваших ладошках. Вы ее творец. Почувствуйте, как вы любите свое творение. Пошлите из своих ладошек, из своего сердечного пространства. Пошлите любовь, безусловную любовь целой планете. Мысленно пошлите ей, что она в безопасности. Что вы позаботитесь о ней. Потому что вы ее любите. Потому что вы ее творец. Это ваше создание. Это ваше дитё. И вы видите, как планета наполняется энергией безусловной любви. Безусловной любви Творца. Делаем вдох. И на выдохе уменьшаемся до размеров планеты.
Почувствуйте себя в любящих ладошках Творца, в любящих ладошках своего родителя. Почувствуйте, что вы в полной безопасности, что вы защищены. Почувствуйте эту заботу и эту любовь. Проговорите: мир во мне, мир вокруг меня. Я есть мир. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров континента. И наблюдайте, как эта энергия заполняет каждую точку пространства континента, на котором вы находитесь. На вашем вдохе и выдохе наполняется все живое на этом континенте вашей любовью, вашей энергией мира, вашей энергией творения. Наполняется полностью весь континент. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров страны. Почувствуйте, как вся территория этого объема заполняется энергией мира, энергией безусловной любви, энергией творения, созидания, энергией безусловной любви Творца. Почувствуйте, как каждая точка этого пространства на вашем дыхании начинает пульсировать энергией безусловной любви, энергией мира, энергией творения. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров города или области. Не вся территория, весь объем заполняется энергией мира, энергией безусловной любви, энергией гармонии, творения, созидания. Все, что находится на этой территории, наполняется на вашем дыхании. Каждая клеточка, каждый атом этого пространства наполняется энергией мира, энергией безусловной любви, божественной энергией. Почувствуйте, как все живое по вашему дыханию дышит вместе с вами этими энергиями, и проговорите: мир во мне, мир вокруг меня, я есть мир. Почувствуйте эту пульсацию на всей этой территории, во всем этом объеме. Каждая точка этого пространства наполняется этой энергией и дышит вместе с вами, и пульсирует по стуку вашего сердца. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров микрорайона, в котором мы находимся. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров здания. И позвольте этой энергии наполнить каждый атом, каждую точку этого пространства, весь объем этого пространства, этого здания наполняется этой энергией, энергией мира, энергией безусловной любви, энергией созидания. Делаем вдох и уменьшаемся до размера помещения, в котором мы находимся. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров сферы,
И сейчас сделаем несколько вдохов, выдохов медленно, для того, чтобы эта энергия мира, творения, созидания заполнила полностью вашу сферу. Осознайте, что эта сфера и есть вы. Осознайте, что каждая точка, каждый атом, каждый фотон этой территории, этого объема наполнен этой энергией. И эта энергия есть в вас. Проговорите. Мир во мне. Мир вокруг меня. Я есть мир. Я есть безусловная любовь Творца. Я есть Божественный свет. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров нашего физического тела. Осознайте объем вашего физического тела. Осознайте, что вы сейчас в своем физическом теле. Почувствуйте ваши пальцы ног, рук, головы. Пошевелите ими, пошевелите плечами, ногами. Делаем вдох и открываем наши чудесные глаза. Возвращаемся в нашу реальность. И осознавайте, что с каждым вдохом и выдохом, с каждым стуком вашего сердца в мир пульсирует безусловная любовь Творца. В мир пульсирует ваша энергия, ваша вибрация. И проговорите. Я есть мир. Я есть любовь. Я есть Божественный свет. Мир во мне. Мир вокруг меня. Мир во всем мире. И снова делаем глубокий вдох, выдох. И возвращаемся в момент здесь и сейчас. Благодарю вас за ваше участие, за то, что вы вместе творили такое чудесное действие. Оставайтесь в этом состоянии как можно дольше. А я вас приглашаю сегодня в 19 часов на безоплатный интенсив «Жить в радости». Приглашайте своих родных и близких, и будем вместе творить с вами новое. А я с вами прощаюсь до завтра.